У нас 11 мая 2021 год. Вот мы в Ростове на мотоблоке за рулем. Лодочки пасутся у нас там. Поехали на саманный домик. Сейчас вот начала природа оживать. У нас тут зелень появилась. Горох будем сажать там. Горох, бобы, фасоль. Вот тут у нас вот горох у меня замоченный. Вот у меня этот кукуруза и осадок. Вот будем сейчас высаживать. Вот взял морковку еще на семена тоже. Вон. На часть посадили, еще сейчас посадим. Да, да я это туда. Тут перед оврагом остановись. Я сейчас выйду. Все, давай. Сегодня с утра ходили еще на кладбище. Радуница была. Сейчас переключится на вторую. Скорость, конечно, у него небольшая. О, с пробуксовкой. У меня тут сломалась вот эта часть полуприцеп, или что он там называется. Не-не, езжай. По сварке лопнул. Вот Игорь Лужков вчера мне сделал. Все заварил. Пытался сам сделать, но ничего не получается. Варить не умею еще. Ворота ему. Ворота заехал. Прибыли, Володя. Прибыли, да. Сейчас посмотрим вчерашний день, вернее, что мы тут делали. О, интересно, тут высохло, а там вода стоит. Там еще. Вот там лежал. А. Там глубоко край. Вот это вот матушка посадила лук семейку, это еще по осени. Навтыкала, она говорит, он почему-то говорит, очень близко из земли у нее торчит везде. Плохо. Будем вот, а брат вчера спахал мотоблоком и вот такие гряды сделал. Большие. Брат, можешь посчитать, сколько примерно шагами? 56. Давай. Здесь мы посадили морковку. Вот это вот первая гряда. Вчера я морковку садил. Делал бороздки, поливал шланга. Вот. А вот эта вторая гряда тоже под морковку. Но это уже для матушки я сделали. Она тоже хочет себе посадить. Сейчас по краям еще можем навтыкать. Что-нибудь там. Фасоль, бобы. Ну, в основном бобы у меня есть. У него тоже есть фасоль, бобы. С собой при... 52? 62. А, 62. Вот есть 62 шага. Вот такие грядки у нас. Не маленькие. В этом, так-то мы тут каждый год садили картошку, а вот в этом году решили именно овощами другими занять. Морковкой там другими. Там у нас наверху будет посажено арбузики, помидорчики. А вот по краям прямо. Я помню, у нас в детстве так же, ну как я когда на Урале жил, по краям тут, например, лук растет или морковка, а по краям вот бобы. Редко такая. Да, редко, да. Так. Я пошел отцеплять. Ну давай. А ты с собой-то взял эти свои семена-то? Взял, да?
А которые замоченные? Вот они. А, они есть? А, в пакете. Вчера вот шланг в том году куплен, но настолько он слабый оказался. Лопнувший какой-то, вон сколько вот делать изоленты, это все везде прорези были за зиму так. Вчера только включил и начались фонтаны тут бить со всех сторон. Вон там еще дальше еще тоже где-то есть дырка, еле-еле бежит. Там я на деревьях установил насос под деревом под одним, который бобер свалил. Вот. Не только бобер, там еще и ветер ломал их сухие. Там в дальнейшем у нас огородчик есть. На огородчике тоже у нас грядки сделаны. Как в Библии написано, из среды ветвей птицы издают голос. Вот она перелетает с кустика на кустик. Так близко не подойдешь, а уже камеру можно приблизить. Этого воробушка. Так вот здесь тоже будет все потом спахиваться. Тоже посадим что-нибудь. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.